жестковато. Да не, проблема в том, что я просто не знала, где прожаться, поскольку я впервые была на этом боссе ДД. Я говорю, я прожалась, метка, потом буст попал. Я уже не догнала. Блин, на 2 ляма не догнал. И мне нужно 3 ляма. Джаймер. Ну, если, Полин, ты себе на Элема хочешь посмотреть, я их тестил. С Джайной самый худший вариант. Если типа рассматривать. Я хожу, если ты смотрел, я сейчас с объектом, потому что у меня с объектом ты сейчас. Ну вот, ты сейчас вместо объекта этот сапфир одеваешь, и у тебя это лучший сетап в трене, который. Это, а где ДДшники половит? Да тут вроде весь рейд. Танк на 12 месте. Я с боссом не обнулял. Я тоже хотел отойти куда-то. А, ну за хила тут вообще не вариант отходить основной. За танка тоже. А чё ты не научился, как Лёха, он типа ФП поставил, типа он сам бьет, там агр держит, все, а сам он пульт там. Не пульте, дайте манну отрезать, блин. Посмотри, где у меня кольчики, всё такое. Ещё 700 голды. Вот тут Кирс, боешка. Пентикова. Воткните кто-нибудь БГшку. Куни, воткайте. Че воткнуть? ГБшку. Куда? Да просто, ну блин, гильдбанк. На пол. Затролили, пацаны. Нет, как хотите, я могу боешки и не подбирать. Самый прикол, знаешь, в чем? Он будет у себя спрашивать, а не с нас боешки. Так что тебе в любом случае придется подбирать. На место нету мне выбирать. Там Керс на ауке сидит, это был вешка. Это тебе, это снова мне, да? Это не мой фасончик. На, я тебе поставлю. Ты у вас там много еще трэш? Две пачки. Один пак. Кому ласт босс нужен? Попал, тебя падает. Хиловской чест я бы взял, может. Ну, ты опять имею в виду. Рип, я знаю, что тебя вообще нихуя нет. Вот ты у нас, как говорит Долору, самый толковый лог. Тебя никак. Гриб настолько полезный, что его чуть Полина не обогнала. Да,
Играешь локом, а в душе вар, да? Про Киру уже все забыли. Он, наверное, скоро появится. Да не, он появится. Все, забил все. Да не, он весной появится. Блять, наврони. На год у нас. Какая же Кирс по счету воронка? Ну, если говоришь, что скоро. Весна уже через месяц. Так, ладно, короче. Кто хочет зайти на лост? Кто не хочет? Ладно, кто хочет не присутствовать на лост? Мне не нужно. Тут слишком много, Лёха, желающих. Сейчас любезно поменяют тогда на Роде. Дальше. Это для контроля. Так. Гоника поменяю на Библа. Так, дальше. Раздавака. Вары, вам надо что-то? Да. Грудак, успех. Войду надо, Устье надо что? Ну, я бы тоже на успех пароль. На успех, на Т5, на протика не заходит, там с двумя сотами всего лишь. А чё вы... Там лучше биска взять. С чего взяли, что успех на друида будет, блядь, токен? Там на мейн вообще-то люди. А кто там? Матиол есть? Да, Матиола. Кто еще на мейн? А шея квестовая по мейну есть кому-нибудь нужна? На мейн, да, наверное, вряд ли уже у всех. Хорошо, она есть, хорошо. И на мейн, и на ол. Делаем проще, Элбрил, иди с лакой. Полина, спекайся обратно в рестор мана. Хотите дома? Окей, дома. Это. И вага еще зайдет. Доставьте почту, пожалуйста. Монород, ты на пухах, как топовый танк. Ты на пухах. Коват, если что, помнишь, как я с тобой танк? Благодарю. Ты на этих. На топор забираешь, короче. Тебя потом. Сановина, раба, бука. Шо смотри, по поводу бабы. Как надо агрить бабу. Когда она встает, ты сразу ей даешь тычку со щита, и у тебя там... 300 примерно урона, ну, то есть она в любом случае уже с тебя не сорвется. А если сорвется там на кого-нибудь, там, Делорус, да, то Делорус там будет стоять на месте и просто ее будет сам там, его отхилит. Все там, а, блядь, еще же одно. Пока суммонят, Леша, отойду и ману Регению. Че, про товар нужен? Не, про товар нужен. Ну ладно. Пухи не забывайте снимать, у вас 3 БР-а то будет, и ханта еще. У вас будет только 3 БР-а, ошибок по минимуму. И 3 СССС, естественно, Матиола, Холи, Пал, Адмирал. В этом протопале знаешь, какая полезность есть? Мне не надо будет раскол вешать. Этот, миликов там, если милики дохнут, то значит на луже, да? То есть, если я сфокусовый. Поставьте портал грибу, он стоит, не понимает, что ему делать. Рейд. Терялся? Вилик такой смешной погонял. Так, давайте, ОКХМ, тренер. Бабл, ты тут? Этот Хантову Пугу сказал, чтобы бил все, что видит. Будет бить. Кабил. Он на БГ, походу. В Дискорде вообще? Ко
Он канал ниже находится, он же постоянно там сидит. БГ, БГ. Он говорит. Прыгните, позовите. На БГ он. Хорошо, что он на БГ ливнет, если это. Ты тут? Да, тут. Там это зовут в рейд на келе. Я понял. И тогда зайду я. Позвал. Он говорит, только начал. Пускай выходит. Что ли? Это капы нету. Другие подойдут к нему. Или пускай кто-нибудь вместо него заходит. Давай я зайду. Столько, блядь, этих РТ было. Всегда Big Blood было беру на последнего босса. Пора бы уже запомнить. Так а чё, давай вместо его кого-нибудь возьмем, если он не может быть. Давай, давай. Можете планету взять вместо него, если хотите. Давай вон коняку возьмем. Можете коника взять, не без разницы вообще. Всё, коника, лети сюда. Поставьте рэпу, пожалуйста, либо столик май. Только вреди там береги. Это выходит у нас два новеньких и один этот покупатель. Хан будет все бить, что видит, так что это. Держитесь от него подальше. Хорошая перспектива, мне нравится. То есть вы сделаете так, чтобы вот видите, хан стоит, и сразу все рассыпные от него отбираете? Ребят, если его беру в контроль, все в него. Вы поняли, да, намек? Не, когда его в контроль возьмут, можете его убить. Так я и говорю. Раскол на стаку на него сначала. Кому-то нужна была рыба, стоит на полу. Этот хан с четырьмя кусками. Сейчас он вас передамажит, половина. Ему хп снесите, я на него в последний момент... Так у него фетиш, конечно, передамажит половину. Фетиш не апает компов. Ну, блин, раз, ут5, блять, фетиш. Да фетиш так херня. К него лук дерзкий для арбалета. Ребята, его берет в контроль, вы ему хп снимаете, я его добиваю. Все, тактика, изи. Он сейчас всплеском яда ебанет полный зон в контроль. Ты смотри, как бы он тебя не убил, когда тебя будет в контроль. Ну так меня тем более убьет, если я попаду под его этот, блядь, всплеск. Просто они обычно в мелизону хуячат. Куда? Куда побежать? А можно еще дальше бегать? Да.
Кто на больше-то будет? Кават? Кават. Теперь вы можете потягаться с главным инженером. Нет. Прикинь, тебе раздавал, как повезло. Мимо посмотрел. Сокрушалка. Заберите из РДД зоны то. И масс диспел, пожалуйста. Спасибо. Не бейте ее. Офигенно. Череп поставили, а люди, которые не знают, давай его хуярить. Моя бить. Моя давать ШВ. Да, поздно. Монород Берм Неликса. Остальные пусть лежат. Попробую 40 меткости пожертвую. Для эксперимента. Пора отойдите. Ай-яй-яй. Велики очень осторожно возле сад. Потому что на вас кинется эта тирамка. Под ферхи выйдет. Рада сражаешься. Если бабу РДД сорвут, то это ничего страшного. Стойте вместе, вас баба будет тоже стоять.
30 тысяч превосходства России. Превосходство. Не мешали. Контроль дверь. Дисполь Феникса. Феникса свищить. И это долго сбивается, очень легко темно. Яйцо. Пять секунд контроль. Феник. Контроль ЦСО. Белорус ССР. В мелизоне не убейте, блядь. Это так отключили, мы будто. Босс отбили. Кислого не убейте. Дайте контроль. Дайте проклятие, Судоворд. Верните его. Феникса. РБД свищите. Лицо активнее. Контроль. Дай полиморфин, пожалуйста. Я же снял Белорус, контроль. Белорус, контроль, сейчас убьет. Где? Служа. Служа, видите? Нет. Серж завис. Дисконт. У нас что-то с ДПС какие-то проблемы. Что-то долго слишком. По времени нормально. Наши два раза минус три. Вылетело, что ли? Сколько хп было? Половина. А что будет, если ввести в поисковике про товар? Какая картинка? Давай попробуем.
Это про товары, если что. Мужик про товар, а девушка это остальные танки. Да я знаю, что 300 ДК видно там на билке. Поменять просто квадратики и все. Шивы это картинку. А что тут? Адмирал. Меня звали? Угу. Пошли да. Ниже канала. Пошли. Но у меня ставка зашла, вторая ставка в ряд. Так знал, что зайдет. Надо было, когда большой кассингол ставить же. Кто-нибудь еще балуется? Так. Че, заходим? Бля. Войс начался. Ну все, у тебя ДП. Я ДПшусь.
Тебе ГП спулил. Ты пэшься, кто? Чё стоит? Хорош, сокрушитель, увидели? Скрин делаю. А Навара есть гайды Т5? Есть. Где найти можно? На какого Т5? Про товар? Арм. Арм. Ути. Энергия. Сука. Мои люди без них не могут. ТП делать. Возникла после уничтожения. Какой ТП? Солнечного колодца. Талорантом, например. Добро пожаловать в бою. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Подскажите, меня слышно, нет? Да. Всем привет, спасибо. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Тавадрана. Готовьтесь! Хорош. Зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаля-Норе. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против светокрана. Дрейк запускает? Готовьтесь. Бой идет. Вы не займете сейчас. Сейчас каждый будет рисаться, заходите и будет рисаться под боссом. Че, может убьем их? Да они сейчас уже расходятся вон. Там как двое всего их. Ну. А, и винт тут сразу. Тут трэш появился. Где трэш появился? Зашибись. Где трэш появился? В комнате с боссом. Мои люди без них не могут. Столько далеко откатило. Угу. А он знаешь, как появился? Причем мы появились, ничего не было. Потом он появился вот прям это, когда мы из комнаты вышли. Это боковой трэш. Это трэш с прохода соседей. Это с прохода трэш. А, они в тундру залезли. Ну вот там сдох. Он вышел. Нет. Он сагрился на кого-то и убил меня потом. Что ты делаешь в том проходе? Лежу. А что? Почему в том? Лежу. Ну-ка. Один сагрил, умер, и этот трэш прибежал сюда. А я трэша никакого не вижу. Нет, он сначала сагрился на кого-то, потом убил кого-то, потом пришел, убил меня, а потом пошел опять к вам. Хорошо, что ты делал в том проходе? Место себе стелил, чтобы... Он, видимо, короче, сагрился на протика нашего великого... А что, Керри запустили еще? Убил, короче. Каждый раз, когда кто-то заходит, кого не выкинуло из комнаты, он будет запускаться заново. Поэтому надо всем либо резко всем зайти, либо не заходить. Да, там, короче, кто-то заходит, запускается талдаром, и тогда приходит трэш, короче, на помощь ему. Не волнуйтесь, он под камень, по камням проткнулся уже. Да. Готовьтесь! Чё, все зашли, заходим, резко. Великий про товар. Величайший.
Коника, а ты чё не бил их, а? Кого? Аликов. Я их побил немного, да и пошёл в инст. В смысле побил немного? Надо было убивать. Ты жестокий. Засал. Чё тебе убивать, убивать? Коника, когда видит альянс, со стороны опоет. Андрей, а ты их бил? Конечно, Коника, я убил Адалану. Только трэш, а альянс не трэш. Я же Вульпер, я убил Адалану, вот и все. Хвостатый и ушастый. Протовар кидает вам воздушный поцелуй. Короче, в 2011 году ПВП шел фуриком или протоваром, не помню. Там, короче, была девочка разбойника играла. Я ее убивал, короче, она такая говорит: блять, ты имбовый протовар, короче. Опять протовар. Шкафчик. Ну, мне там нежить была. Короче, я вот эту эмоцию кастую, смущение, типа. Она такая смотрит, а протовар такой: смотри, сейчас. Знаешь, что? Ты мифку скинул в Дискорде, да? Там переделать надо, с ДК на протовар поставить. Вот, видишь, смущение? Она такая смотрит на модельку и говорит, как педик, говорит, выглядит, когда вот так делает. Сейчас смотри. Да? Как педик? А еще я на колени вставал вот так. И потом вот так делал. Он на педика похож. Ну, говорит, как педик. Ну-ка, ну-ка, покажи, я сейчас приближу посмотреть. Хочу. Ну, смотри. Сейчас. Да, суманите меня, я тоже хочу посмотреть. Я тоже приближу. Бля, уйди, шаман. Ну, чё, бля? Давай, показывай. Сейчас. А мне Райчи спрашивает, забагался ли у нас инст. Бля, он как-то странно делает так. Ну-ка, сейчас еще раз. Подожди. Хуйня какая-то. Ты нормально, вон, смотри, я тоже на колене стою. Ну, руки видел, он так, это, когти ну, держит. Ну да, типа такой. По-педиковски. А что она у тебя спрашивает? Ну, видимо, увидела, что я... Волка нахожусь. А не волка ХМ-ки или волка обычки? Я не знаю, но просто у вас тоже забагался. Вот первое, не привет, ничего, просто у вас тоже забагался инст. Я спросила, а к чему вопрос? После ребута весь рейд раскидала по 5 человек. Undead top. Наверное, они в обычке, потому что она мне пишет с друида. Скажи это, типа... Воки ХМ у Алара, блядь, оставили 1%, и, короче, всех выкинуло и рибу. Говорить не буду такого. Мясо. Вряд ли бы она пошла друидом, Вока. Азарды сейчас ОКО ХМ траят. Смотрю за ихними траями в этом стриме. Чё, у них переводится на второй? Переводится. И что на второй? Ничего интересного. Ну хоть первого убивают, нет? Кресты в рейде есть? Андрей! Ушастый. Твупастер. Чё я? У меня свечек нету. Знаете, да? Натолкайте ему свечек. Он жестый. Ректально. Сколько там лезет? Когда не надо 30 пристов, когда надо один прист. Подрадуйся. Все тебя ценят. Так мне тут ничего не надо.
А ты удали какую-то шмотку? Ты думаешь, кому-то еще что-то надо? Мне нужно маунт. Надо. А, маунт есть же еще. Маунт сухая. Не, удали. Вот весь ответ, да? А мне ничего не надо, блядь. Ну так если, ну я ж сижу тут. Как будто остальным что-то надо, блядь. Ты уже преисполнился, да? Дайте рыбу. Или... Стоит рыбу. Он когда наденется, потом скажет, а я бис. Ебите сами. Не, на его из таких он так не скажет. Просто ЧСВ начнется и все. Ну, ладно, ладно, встречу. О господи. А что мы бьем? Взрываю, да? Блять, ее. Кто там, кто там? Бабах, нахуй. Кто-то ГПшечку хочет. Кислород в рейде. Кислый, там дорогу ставят. Мне бафов не хватает, ребят. Нет, у нас человека не хватает. Тут АФК, да? Да. Ты кто? Я тут. Правда, что ли? И все, Нелик себя ушел. Теперь другого не хватает. Музи, я тут-то был. Все, все здесь, поехали. Энергия, сила. Это не для портала. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Не. Посмотри, один в один я. Сейчас на порту возьму. Теперь меня никто не остановит. Только ты жирный, а он худой. А вот этот, смотри, справа с щитом, этот один в один товар. Пухи надеть не забудьте, может там кто-то забыл. Тебе, кстати, воет про товар, у вас не снять? Нет. Девушкам должен снять про товары, да? Угу. Прикинь про товар шеемкой. Легко в ТП. Ты сейчас как Хагрид с первого Гарри Поттера, зря я это сказал. Чему голод для слабых? Теперь вы можете потягаться с моим инженером. Ты смотри, вот ты так это не говори, вот что люди взрослые не то поймут. Сразу не надо в череп вливаться. Блять, я завис. Чё ты там говоришь? Чё вот говоришь?
Гарри Поттер, что ли, родила? Угу. Там босс обеденный. Что если обезоруживание дать оружие? Оно еще есть? Ладно, начисли 250 лучше. Надо, все. Что? Бля, покажите слепому, где посох? У совы отберите. Вот, вот сова прыгает, посох тут. Вы, кстати, берете вот, допустим, мерики, да? У вас потом как, РПБ-то хватает, нет? Типа вы топор берете, а потом это, типа без скалп РПБ. Бля, где одна ручка лежит? Она там, где лук. Клинки тут лежат. Они где-то прям в мече лежат. Все, нашел, спасибо. Лис, выкинь, пожалуйста, этот волшебный огонь на Коперния. Осторожно, тетка посередине. Ранжу не забываем. Видится, Двинара чуть подальше. А, уже баба легла на меня. Если бы кинул дебаф, то бы плохи. Мелика. ЧМК будет. Забери там. Ай-яй-яй-яй! Вау, заберите, босс. Феникс.
На пульте на кого-то пить. Там... Неликса не бесит. Выйдите из метки. Феникс, убей. Яйцо. Яйцо в тени. Калат забрал босса, монород первый два. Крипов, дайте монороду. Метка, метка! МК. Керса контроль. Заберем монород. О господи, куда он? Чё он делает? Он в дезориентации. Калата. Сама она откинула на экран. Керса контроль. Иди босса. Феникс, последний. Яйцо все, второй вышел Феникс. Лужа. Контроль. Готовьтесь, контроль. Ай-яй-яй. Неликса, коник, контроль. Коня за контролем. Да не бейте вы Феникса во время контроля. Фаза Феникса. Феникс и яйцо. Может где-нибудь ходить, потом мигать и подальше от босса отлетаете, надо добить. В рейнджу разошлись. Рейнджер ДД наберите. Адмирал абсорбием. На первом дашь массакру. Скоро при... Фениксов никто не бьет. Миш, посох прожми.
лут поменять. Кисло поменяй лучше. У тебя лидер пошли ребята. Дашь кирс. Кирс. Налог упал, нет? Да, упал. Парол. Анти. Да и за что, Амир? О, спина классная. Зачем она вам надо? Она для ДДшников только надо, и то на освоении. Вот дайте плащ на транс, пожалуйста. Ты не всегда. Не всегда. Просто раздать. Мой инспект. Вот как ни посмотрю, у тебя всегда 90 плюс. Нет, всегда. Оф спек. А чё это за сфера? Чё она даёт? Шею. Шею там. А шея на кого? Майнспик. Ну, на фурике там шея есть, а Гео, лидер ПБ. Смотри, никто не рулит. Жесть. А мне можно оф, если в мейн не одет? Ну, то есть две. Второго не возьмешь, он тебе передаст, просто не сможешь. Так, Лёх, этот ханту, да, перекидываю? Да. А у тебя есть крудак, Андрей? Main spec. Off spec. Все. Конь, давай на транс поролим из нас, кто выиграет. Да, не надо, вот давай я только переролю, потом уже, потом. 13. Да, 5 минут есть. Да, перекурить можно. 5. И потом выходите все сами. О, спасибо. Что там по поводу ворона? Принспек. Поставьте портал в шатрах, пожалуйста. В шатрах. Но это на оф, да, я так понимаю, мусор? Кто еще на оф? Я без плаща хожу, без вида. Я же не супергерой. Вага, тебе на танка или на транс? Один. А, за компанию. Давай, я сейчас тоже за компанию буду. Main spec. Off spec. Понял. Товары просто. Пол про товары.